Активисты из территориального общественного самоуправления «Старый Звениград» вместе с единомышленниками провели экологический сплав по Москве-реке. Маршрут стартовал от дома номер 8 по улице Фрунзе в Звенигороде, а завершился у моста центральной кольцевой автодороги. По словам председателя ТОС Владимира Волховитина, за 4 часа сплава было собрано около 3 кубометров разного мусора.